Всем салют, всем привет, с вами Андрей Доцент, и это Five Nights at Freddy, третья часть, фанатская версия. Уточняю, фанатская версия, мы продолжаем. Так, ну что у нас, открываем все двери, что они открыты, что они закрыты, толку от них никакого. Так, проверяем, работает ли у нас... Маска работает, ёлки-палки. Ладненько. Так, попробуем, когда появится марионетка, пошевелить головой. Вроде как может помочь, не знаю, но все-таки. Так, в камеру я смотреть даже не хочу, потому что энергию она съедает только так. Просто офигеть, как съедает. Поэтому будем ориентироваться исключительно на звук. И надеяться, что эта ночка у нас пройдет более-менее спокойно. Тут, видите ли, такая закономерность наблюдается. Чем меньше ты лазишь, куда бы ты... Ну, что бы ты ни делал... Это привлекает внимание аниматроников. И если ты сидишь, ничего не делаешь, то всем как-то пофиг на тебя. Поэтому расслабимся и получим удовольствие, как в старом анекдоте. А тем временем у нас час ночи. Час ночи, и уже идет второй час. Ну что, когда же у нас появится треугольничек красненький? Красненький треугольничек, чтобы известить нам о том, что на охоту вышли аниматроники. Треугольничек пока не загорается. Все спят сладким детским сном. И видят сны. Так. 85% энергии. Ну да, расход, конечно, минимален, куда уж меньше. Чё-то как-то второй час... А, нет, о, нормально, второй час. Скоро будет третий. Раньше на третью ночь, в предыдущих версиях, или в официальных версиях, меня, я помню, по-моему, со всех сторон уже обкладывали к 2 часам ночи, а тут... Всем чихать. Насрать просто. Так. Ну. Занимательный геймплей, нечего сказать. Все. Ребята вышли на охоту. Заиграл треугольничек. Марионетка куда-то запропастилась. Она не запропастилась, она тоже реагирует по такому же принципу, как и все остальные. Залез в камеру, значит, надо атаковать. А я в камеру залезать не буду. Потому что марионетка, если она появляется на мониторах, шансы от нее спастись у меня, по крайней мере, очень невысокие. Я бы сказал, практически отсутствуют. Поэтому будем пытаться обходиться без камеры. По крайней мере, хотя бы эту ночь. Посмотрим, что будет следующее. Мне вообще интересно, сколько здесь ночей. Если совместили и первую, и вторую часть воедино, то у меня остается впечатление, что здесь не 5 ночей, а целых 10. Ну или 12, включая шестую ночь. Хотя шестая ночь, мне кажется, здесь будет убрана. Не знаю, загадывать не будем. Для начала надо хотя бы эту ночь пройти. А там уже будет видно. Так. О! Марионеточ заявился к нам. Так, покрутили башкой. Она сразу и отстала. Чё? Так и будем сидеть и тупо смотреть в левую сторону, пока нас за жопу не сцапают. Так. Я даже не знаю, посветить ли в дверь. Чё-то у меня такое чувство, сейчас как волчара вылетит. Так, так, так. Так. Да чтоб тебя. Ну как так, а?
Вот паскуда. Не то слово. Как же от тебя избавиться, засранец, а? Я не знаю, может, это все-таки баг какой-то, ребят. Ну, я просто не могу иначе никакого объяснения найти. Либо, когда она появляется в камерах, это уже все неизбежно. То есть, иначе от нее не избавиться. Это как, знаете ли, когда заяц или... этот, как его... с шариками появлялся, там, мальчишка, аниматроник какой-то. Не знаю, клоун там, кто это. Когда отключался все. Или заяц кнопки блокировал. Также и марионетка. Если она появляется, видимо, в мониторах, то, наверное, все пиши пропало. Так что... не знаю. Ну ладно, посмотрим, что в камерах у нас. Вот, играет. И любопытно, у меня вот вопрос. Вот у нас тут освещается и тут освещается. Все, больше ведь по сути нигде. Как бы. Больше нигде. Ха. Я даже и не знаю. Так. 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 Да чтоб тебя. Уже все перепробовал, но ядрить твою налево, а? Будь ты проклят. Честное слово, а? Да. Эта ночь, видимо, никогда не кончится. Ну, давайте попробуем теперь через совместимость с Windows Vista Service Pack 2. Может, он какие-нибудь изменения несет? Ну, по крайней мере, одно изменение кидается конкретно. Токсик вроде стал медленнее... медленнее тратится, хотя хрен его знает. Я уже уповаю тут исключительно на чудо и на везение. Так. Он с каждым разом, сука, быстрее. Зараза, быстрее с каждым разом. А ну-ка, если закрыть двери. И одеть. Угу. Понятно. Все то же самое. Как обычно. Ладно. Давайте, давайте, давайте будем дожидаться этого судьбоносного момента, когда марионетка начнет нас атаковать. Потому что других, скажем так, противников в этой игре ждать нету смысла. Либо они все спят, либо где-то ходят. Как-то один раз заяц мелькнул, и все. Вон он, как раз слева нарисован. Ну и ладно. 2 часа ночи, уже 3-й час идет. Вот они наконец-то опомнились. Ё-моё, атаковать же надо. Они, видимо, до 2 часов спят, до 4, до 5 решают, кто же все-таки в атаку пойдет. Я не знаю, ищет там самого-самого, которого они отправляют ко мне. Ну так и не могут, видимо, договориться, бедолаги. Ну и ладно. Зато марионетка на всех забила и решила меня просто доконать здесь. 3 часа. 3 часа. Вот, музыка заиграла. Ну и чё, что она играет? Мне от этого ни горячо, ни холодно, как говорится. Светим. Никого. Никого. Так. Чисто. О, марионеточ пожаловал к нам в гости. Любопытно, вот если одеть маску, то вот этот звук пропадает. Не дотянул.
тварь. Ох, доконает. Закрываем двери. Закрываем. Опа-на. Я же... Здорово. Здорово, задохнулся. Счет странный. То расход энергии такой, теперь он еле идет. Уже все ушли в атаку. Марионетка меня атакует. Офигеть! Марионетка исчезла! Ядреть-ка, чем рыжить. Так вот в чем, надо просто, короче, открывать и в камерах сидеть, видимо, сначала, чтобы скрипт заработал по-нормальному, а не через жопу. Но теперь другая проблема. Вообще другая проблема. Теперь... аниматроники сдвинулись с места. Что же с вами делать? Заяц. Дропаем. Быстренько. Ждем, пока он появится. Я помню. Опа-на! Как я эффектно, а! Увернулся от тебя, засранец. Да, а чё? Фу ты! Блин, а ведь работает эта хрень, а? Всё-таки надо в мониторы пялиться, а потом, когда появится марионетка, то просто брать и это самое... Одевать маску и снимать до её исчезновения. Ребята, как я и говорил, в данный момент у меня сейчас используется... совместимость с Windows Vista Service Pack 2. Это так, если кому-то вдруг поможет, то пожалуйста. Скажем так, а теперь сидим и не рыпаемся. Марионетка, как вы говорили, атакует всего лишь один раз за ночь. Надеюсь на это. Искренне на это надеюсь. 2 часа ночи. Никого нету. Засранец, заяц. А я не буду одевать маску. Ой, в планшет смотреть. Нихера не буду. Вот он появится, я сразу и одену. А так пусть хоть себя об стенку убьется. Он ведь не появится, пока я планшет не возьму, да? Да? Ну, по крайней мере, так в теории. Так. Главное не брать... планшет. И, наверное, пронесет. Так. Так. Что-то он уже долго ждет, видимо, там, не знаю, до посинения, а толку ноль. Бляха, муха! Вот так вот я его видал как! Ух, блять! Так голыми руками, сука, не взять, блядь! Всё, нормально, живём! Живём! Пошла масть, ребята, Vista тащит! Сервис пак второй, мать его! Так...
твою мать! И медведи нынче появились? Так. А от медведя как тут? Тоже маску одевать? Или нет? М? 53%, а я не знаю, чё, куда мне их потратить. Эти 53%. Так. Он совсем рядом. И ему похер на... мои двери. Да им тут всем на моем двери пофиг. Давайте быстрее уже, 6 утра. Блин, осталась ведь херня совсем. Так. Ждем. Давай еще чуть-чуть. Еще немного. Ну, сука. Быстрее! Быстрее, мать твою! Блин, я чё, 13 попыток уже потратил на эту третью ночь! Ёб твою налево, а как долго идет час этот ебучий! А, всё, жопень! Жопень! 6 утра, блядь! Сука! Нет! Не может быть. Ужас какой. Что у нас тут? Нихера. Нихера. Блять, а ты откуда взялся-то, мать твою? Как так быстро-то появился, паскуда? Медведь? Да медведь, сука, ёбаный. Прикалывается. Так. Медведь! Берите его нахер кто-нибудь отсюда, кнопку заело аж. Так. Так, есть. Пошел нахер. Ну, блядь, паскуда ведь, сука! Ужас. Ужас, ребята. Это еще слабо сказано. Тут с ума сойти можно. От марионетки только избавились. Тут тебя откуда косолапый теперь начал доканывать. С ума сойти можно. Так. Че, сидим, высматриваем. О, зайчик. Зайчик. Ну давай. Залезай ко мне в мою будку. Ты сможешь? Ну-ка давай-ка, не ссы. Я жду тебя, ушастый. 4 часа. Я тут сидел как мог, блин, тянул за яйца время. Опа-на! Все, въебос Петрович. Медведь, ты ёб твою налево. Да чтоб тебя, а? Ну, паскуда. Исчез. О, как я и говорил.
гипотеза... Ну, с зайцем это всегда работает, а вот с этим... А теперь ты. Жду тебя. С приветом. Давай, появляйся. Так. Да ну, исчез, что ли? Опа-на! Ну пиздюк ведь, а? Ну ёб твою налево! Я вот думаю, может сделать кое-что необычное, скажем... Не одевать маску, когда медведь появится. Все-таки медведь появляется и видит другого медведя. Может, он поэтому на меня кидается? Я не знаю. Давайте-ка попробуем такой расклад. Вдруг получится. Может, надо наоборот действовать? Так. Ну и что ты там? Медведь завыл и пропал куда-то. Так. Я думаю, есть ли смысл вообще светить в эти двери? Или может медведь при... Нет, он тут. Он тут. Эта скотина здесь. Здесь, тварь. Не даст он мне спокойно досидеть. Вот как пить дать? Вот, ну не даст ведь. Не знаю, то ли скрипт у него не срабатывает, то ли еще что-нибудь. Ну вот, 5 часов. 5 часов он уже тут. А он даже не думает. Так. До 6 не дотяну. Ня. Как в тот раз. Я уже со счета сбился, какая попытка. А пусть горит. Чё? А я не буду маску одевать. Ну и чё ты? Ну кидайся ты, давай. Угу. Фу, я уже не знаю, честно говоря, что делать с вами, ребята. Давайте в этот раз попробуем, скажем так, последняя попытка смотреть на камеру, на медведя, чтобы он никуда не исчез. Обычно, если долго смотреть на него, то он отступает, как в первой части. По крайней мере, так поговаривают. Хоть я и такой стратегией не пользовался, но все-таки. Так. Ништяк. Медведь на месте у нас стоит. Зараза. Смотрим на него. Смотрим. Даже на глазки понажимать надо. Так, 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 так. Смотрим, смотрим. Отвали. Ну, скотина. Это несерьезно. Ну, сейчас опять вылетит, как всегда. Ждем его. Кто на этот раз? Ох ты! И пернатая бестия нынче появилась.
Чё-то вы, ребята, совсем активизировались. Блять! Так. Теперь попробуем сделать так. Господи, эта серия, не знаю, просто ад какой-то, честное слово. Столько попыток. Теперь мы будем долго смотреть на медведя. И как только просечем, что он тут, то сразу надеваем маску. Но только после того, как он сам закроет мой планшет. Так. Появляйся ты. Ну, слушайте, у него кажется... Господи. У него кажется свой временной промежуточек. Не знаю, через определенное количество секунд появляется он. По всей видимости. В камере. В будке у нас. Так, а вот теперь ждем. Ждем, как только он появится. Напрягаем рефлексы. Так, так, так. Опа-на! Так вот. Теперь. Да сука! Тебя даже не видно было, но ебить твою в сраку, а? Да ладно. Лис! Пиздец. Откуда вы... Блять, это вообще сквозь дверь вылез, короче. Какая-то ебень творится, я не знаю. Я не знаю, ребята, но думаю, на этом мы сделаем перерыв. Я уже устал. Попробуем в следующих сериях, а я с вами прощаюсь. С вами был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, ставить лайки, предлагайте свои идеи, как вы прошли эти ночи. Делитесь, скажем так, знаниями. Все, ребята, всем спасибо за внимание. Всем пока.